Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Призрак Цусимы. В прошлой серии освободили наконец-то порт, освободили порт, который уже достаточно давно нужно было освободить. Не знаю, есть у меня мысль, может побегать по дополнительным заданиям, или уже все-таки пройти какое-нибудь основное. Я просто очень много прохожу дополнительных, а основных не прохожу. Стены Эрикавы. Вот. Погнали. Стены и река. Я думаю, это то, что нужно. Куда бы здесь переместиться? Очень, ну, типа, долго я не проходил основной сюжет. Я проходил все, бегал по допам. Надо немножко толкнуть уже основной сюжет вперед. Стены и река. Подожди, а река, это не то, что я сейчас освободил, нет? Ладно, не будем в эти вот подробности впадать в лагерь темных вод. Просто чешем вперед и тешим... выполнять это задание. ...400 метров до задачи. Мне, знаешь, что интересно? Вот здесь бегают олени. Это дикие животные. У них есть шкуры. Почему, когда я их убиваю, я с них не могу забрать шкуру? Есть подозрение, что где-то здесь нас обманывают. Типа, почему с кабанов шкуру забрать можно, а с оленей нет? Странно чуть-чуть, не находишь? Мне кажется, это странно чуть-чуть. Самый малый. Ой, не-не-не-не-не, идем дальше. Господин! Отстань. Я занят. Все. Основной квест. Не до... Все, птица, отстань. Улетает меня. Это прям нам по дороге, да, хочешь сказать? Время осады, нам не пройти. Мы что-нибудь придумаем. Это верная смерть. Мы же вытащили тебя. Лагерь беженцев ты мне нашла. Я чуть не умер. А, ну мне сюда и по заданию нужно. О, подожди. А у тебя есть? Наконец-то. Подожди. У тебя есть что-нибудь интересное? Так, вы одно и то же все продаете, что ли? Удар журавля, да. Они реально одно и то же продают. Жаль. Я надеялся, что разные. Ну ты куда, ёптымай? Давай пообщаемся. Юна, хорош, стой на месте. Почему они все не в стенах города? Монголы окружили Эрикаву. Туда не попасть. Переговоры с давними врагами клана и так дело сложное. А теперь... А теперь им нужна помощь. Подумай. Мы поможем прогнать монголов, а они помогут нам. Но об этом еще нужен уговор. А мы не можем попасть в город. Нет, можем. Туда есть тайный ход. Да это когда было-то? Даже если он еще есть, туда не залезешь. Попытаться стоит. Мне не нравится это. Я знаю, где искать пути обхода монгольской осады. Мы неужели сейчас какие-то узкие пещеры полезем? Я не хочу. Стены Эрикавы. Подожди, Эрикава, ну это... Нет, там же порт был. Там не город Эрикава, там порт. То здесь мы сейчас куда-то в другое место полезем. Странно вернуться через столько лет. Куда они взглянул, вспоминая прошлое. Поменьше попусту глази. Вы были здесь во время восстания Эрикавы? Нет, мы ушли задолго до него. Еще детьми. Вас увезли родители? Ну, почти. Что значит почти? Они идут в город. Пускай пройдут. Смотри, какой отрядит большой. Можно было бы, конечно, по приколу попробовать с ними порубиться, но ладно, они уже исчезли. Ушли. Они растворились в свете. Они призраки. Призрачные всадники. Это не плохая, это не у меня плохая дальность прорисовки. Это просто они растворились в местности. Я также боялся возвращаться в деревню Оми. Но всем приходится принять. Кстати, в Оми вообще все нормально было. Там ни один дом не сожгли. Наш дом, и он окружен врагами. Мы сейчас толсить, мне кажется, будем. Эрикава обречена. Юна, где этот тайный ход? Видишь реку у стен города. Доведешь туда, дальше дело за мной. Их же там целое войско. Даже если найдем ход, вдруг монголы нас заметят. Из-за нас весь город погибнет. Так, я доверил жизнь твоей работе. Твой черед поверить мне.
Да, господин. Не понимаю, как мы доберемся до реки. Придумаем. Можно сразиться с монголами, отбросить их. Нет, не надо. Вот это хорошая правда, задача. Это опасно. Давай отбросим их, да чего вы сыпнишки? Монголов слишком много, стен их не удержат. Бухта от Замопала, падет и Ерикава. Я их знаю. Они скорее погибнут, чем станут работать. Хотя бухту я освободил уже. Скрытый проход был где-то там, за белым деревом. Лишь бы его не нашли монголы. А почему сразиться не нужно? Надо пробраться через лагерь. Дойдем до воды, легко отыщем проход, и нас никто не заметит. Таков твой план? Проскользнуть через полный лагерь монголов и молиться, чтобы с тайным лазом за все эти годы ничего не случилось? Держись поближе, Така. Ну да. Давай нападем, я хочу напасть. Неужели я рискую жизнью, чтобы вернуться в эту дыру? Ты сама хотела. Но я ведь должна послужить твоему дяде. Заработать право покинуть остров. Да. Мне тут нравилось. Ты был слишком мал, чтобы что-то понимать. Ярикава — скверное место для той, у кого за душой нет и горсти риса. И ты уехала? Нет. Попали в беду из-за меня. Нет, ты не виноват. Блин, здесь много. И туда лучше не лезть. Пойдем туда. Слушай, ради интереса, давай зарубимся. Мы сразу проваливаем задание или нет? Мы умрем. А, ну все, да. Вас заметили. Ну, ладно. Я хотел попробовать. Вы же знаете, стелс я не сильно люблю. Если бы прокатило, я бы рубился. Неужели я рискую жизнью, чтобы вернуться в эту дыру? Чуть-чуть сама хотела. Но я ведь должна послужить твоему дяде. Заработать право покинуть остров. Мне тут нравилось. Ты был слишком мал, чтобы что-то понимать. Ярикава — скверное место для той, у кого за душой нет и горсти риса. И ты уехала? Нет. Мы попали. Нет, ты не виноват. Блин, их здесь прям много. А еще знаешь, как я не особо люблю стелс, не особо его тренирую, практикую. Так вообще можно провалиться? Очень легко даже. Очень даже легко. Опа, не повезло тебе. Спасибо. Этот испугался. Ты. Ой. Бля, ну все, меня сейчас заметит, короче. Че, больше никто нас не палит? Блять! Уверена, что все получится. Нет! Готовься бежать. Я вообще не уверен, что все получится. Да ебано. Ой! У ног их царство! А вот все, вот и все. У нас собирай! Блять. Ну как они хотят, чтобы я прошел? Там такая толпа, блин. Бесит стелс меня, бесит. Мы сейчас будем на ровном... Я бы их завалил всех за 10 минут. Неужели я рискую жизнью? Всех. Просто, блять, на куски бы разорвал. Хотела. Но я ведь должна послужить твоему дяде. Заработать право покинуть остров. Сейчас будем ебаться полчаса. Нравилось. Ты был слишком мал, чтобы что-то понимать. Я рекала скверное место для той, у кого за душой нет. Пойдем в обход, блин. Ты уехала? Нет. Мы попали в беду из-за меня. Нет, ты не виноват. Потому что игра подумала, что надо постелсить. Да нахер иди, блядь. Я сам хочу решать, когда я стелсю, когда не стелсю. Сейчас стелсить мне не хочется. Хер ли ты меня заставляешь? Их реально раскидать можно всех. Как нихер. Блять. Иди нахуй. Развернулся, окей. Вы уверены?
уверены, что все получится. Приготовься бежать. Так, там три всадника. Тут один. Тихо, тихо, тихо. Как до дерева долезть? Вон оно передо мной почти. А может в воду запрыгнуть? Подожди. Наверное, по воде надо. Там кто? Они смотрят на воду. Пидор. Я больше не могу. Следуй за Дзином к реке. Колокольчики давай. А, нет, стой, 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 пускай. Они уходят. Мы тут стрекосны. Помнишь? Как будто одна была самураем клана Ярикава, а вторая... Самураем клана Симура. Я как всегда проигрывал. Интересный выбор. Атака постеснялся, кстати, говорить. И вовсю используется. Поэтому они и продержались так долго. Когда поднимемся, говорить буду я. Ты здесь своя. А Симура с ними когда-то воевал. Кто вы? Клан. Как вы сюда попали? Мы с братом здесь родились. Монголы вас видели? Нет. Мы пришли помочь вам справиться с врагами. Сперва скажи, с какого мертвеца ты снял эти доспехи? Он не вор. Он призрак. Призрак. Я отведу вас к Кудзимасе. Но имейте в виду, здесь все вооружены. Беги, доложи господину! Бегу! Кудзимаса. Так звали младшего сына господина Ярикавы. Но после победы дядя распустил этот клан. На самом деле их семья до сих пор здесь заправляет. Твой дядя подавил восстание. И целое поколение местных теперь ненавидит клан Симура. Монголы переходят мост! Вы трое, за мной! Не отставайте. Что происходит? Подожди. Какой-то шум у ворот. Плохо дело. Это их главарь. На нас нападут. Наверх? Узнаем, что им нужно. Армармент! Люди Ярикавы! Я Темуге, предводитель этих воинов. Раз на раз я учил ваш язык, чтобы предложить вам выбор. Откройте ворота, прежде чем мы поднимем черный флаг! Вас ждет великое благо! А откажетесь, познаете великую скорбь! Выбирай свой путь, Ярикава! А, я думал, раз на раз я бы выскочил. Они уходят. Пошли. Если Ярикава падет, господин Симура лишится армии. Не бойся, они не сдадутся, слишком упрямы. И тогда начнется бойня. Мой дядя нужен им так же, как и они ему. Вместе мы прогоним захватчиков. Местные не в восторге от господина Симуры. Чтобы выжить, клану Ярикава придется забыть о прошлом. Да уж, легко сказать. То есть, они когда-то бунтовали. Идите вдвоем. Мне нужно проведать кузнеца. Они когда-то бунтовали, Ярикава. Дядя подавил восстание, и теперь они их ненавидят. Так, а, можно наверх, да? Окей, окей. Дзин Сакай. Кудзимаса. Кудзимаса Ярикава. А я и помыслить не мог, что призрак — это племянник Симуры. Будь осторожен, он покарает тебя, как покарал мою прежде великую семью. Вы подняли мятеж против Дзито. Это дело прошлое. Теперь у всех нас другие беды. Кто это? Служанка? Я родилась здесь. Но помогаешь клану Симура? Нет, я воин господина Сакая. Призрака. Мы поможем вам снять осаду. В обмен господин Симура просит помощи. Ха. Монголы идут на большую землю. Про нас они скоро забудут. И Ярикава выживет. Как было всегда. Они не договорились, то есть, да? Пойдем к Таке. Кудзимаса болван.
Его можно убедить. Остров охвачен пламенем, и оно подступает сюда. Если ему этого мало, убеждать бесполезно. Так и целыми днями пропадал в кузне. Если у кузнеца был лишний металл, он позволял моему брату ковать понарошку. А ты чего убегаешь? Не хочешь поговорить? Кузнец тебя узнал? Синсука умер. Остался его сын. Как прошло? Удзимаса думает, что город выдержит осаду. Кузнец сказал, что лучшие лучники ослушались Удзимасу и ушли сражаться с монголами. Их не было уже несколько дней. Если найдем этих лучников, они помогут прорвать осаду. И горожане нас поддержат. Как сможешь, приходи в старую Ярикаву. Поищем их там. И покажем Ярикаве, как сражаться. Стены Ярикавы. Погнали сразу, не будем даже ждать. Сын Синсуке сохранил камень, на котором ты свои мечи ковал. Такой маленький. Мне он запомнил. Так, да. Тут еще рядом лагерь, как раз быстрое перемещение сделаем. Так, ветер вроде как в эту сторону дует, правильно? Ну, посмотрим. Доверимся инстинктам. Они меня никогда не подводили. Если лучники, то, скорее всего, это их вышка вот здесь. Мне жаль. Да если бы. Помнишь старого рыбака с шестью пальцами на ногах? Он ведь жил в одном из этих домов. Не заговаривай мне зубы. А жаль почему? Юна, что он тут делает? Я запретила ему идти. А он с мечом. Я хотел помочь, господин. Буду сидеть в Ярикаве. Какой от меня толк? Ну и пусть, зато живой. Мы ищем пропавших воинов. Ты этому не обучен. Я научусь. И я не буду мешать. Хорошо. Но будь осторожен. И слушай сестру. Да, господин. Что лучники? Местные видели их здесь. Но мы пока нет. Идем искать. Так, осмотритесь. Кто-то их убил. Да, но не мы. Раны от стрел. А где стрелы? Вытащили и вернули в колчан. Признак умелого лучника. Следы. 3-4 человека. И куда они пошли? Давай выясним. Тут мы ловили сверчков. Подожди. А они ушли сражаться... А, блин! Лучшие лучники Арикавы ушли сражаться с монголами. А я думал, они ушли... к монголам сражаться, типа, вместе с ними. А они ушли сражаться, с, типа, как партизан. Всё, я теперь я логику вижу, связываю. Мы делали крохотные клетки из бамбука. А ты помнишь, зачем мы ходили ловить сверчков? Нет. Чтобы увести тебя от матери, когда она злилась и хотела выместить на ком-то гнев. Вот я и находила тебе дело. Они вообще по-разному свое прошлое помнят. Для Таки это счастливое детство, а Юна просто сделала ему это счастливое детство. Так, а вон следы, окей. Кто-то дудит, слышал? Давайте спринтанем чуть. Следы ведут к этому дому. Кажется, здесь жил самурай. Однажды он одолел... А, Така! Простите. Осторожней надо быть. Заглянем в дом. Ну, вряд ли здесь снаружи. Есть. Сыновки. Здесь они спали. Ну, хоть медведь их не убил. Ну, он бы вряд ли всех прям завалил, даже если пробрался внутрь.
Медведь съел почти всю еду. Может, поэтому я до сих пор жив. Он был не голоден. Наконечники, тетива, кожа, чтобы варить клей. Здесь были лучники. Дин! Така! Я кое-что нашла! Не ори так сильно. Смотрите, угли еще теплые. Лучники были в этом доме. Они где-то рядом. Да ёпта, посмотри. Они украли у монголов порох. А они мне нравятся. А вон следы. Следы. Я первый заметил. Дин, я первый заметил, между прочим. Я более глазастый, чем ты. Так что не рассказывай мне, блядь, сказки эти. Вон они! Поднимаются наверх, к утесам. Они прячутся не без причины. Не высовывайтесь и не зовите их. Двое? Я думал, их больше будет. Самурай! Живой! Идите сюда. Это вы лучники из Ерикавы? Их мало осталось. Нас поймали, когда мы искали припасы в лагере. Еле ноги унесли. Где остальные? Их схватили и увели сюда. Мы можем помочь. Похоже, вы умелые воины. Я Дайкоку. Дин Сакай. Сакай, да? Но главное не Симура. Осмотрим этот лагерь. Тюремный обоз. Похоже, монголы готовы отправляться. Дальше поведут в лагерь на другой стороне старой Ерикавы. Надо атаковать, пока не ушли. Вот твои лучники. Все живы и здоровы. Их надо освободить 6. Как можно скорее. А это типа не лучники, открыто нападать, да? Не стоит. Мы знаем, куда они едут. 5 и можем устроить засаду на пути. В этих местах трудно прятаться. А старая Ерикава? Крыши по обе стороны дороги. И украденный порох пригодится. Что, вы его нашли? Да, хорошая мысль. Хорошо. Вперед, нужно обогнать монголов. Монголы едут сюда. Така, спрячься в одном из домов. Нет, я останусь здесь. Буду сражаться. Мне кажется, Така умрет. Дин, скажи ему. Вот рано или поздно. Пусть Така сам решает. Вот ты его и защищай. А я не буду. Ты его защищай, а я побежал. Тебе страшно? Нет. Не то чтобы. Немного. Юна ничего не боится. Наверняка и вы тоже. Страх придает сил. Помогает сражаться. Так мне говорил отец. А я не знал отца. Когда мне страшно, я не могу думать. Просто замираю. Он тебя парализует. Потому что у тебя мало опыта. Юне часто грозила опасность. Она успела привыкнуть. Без нее я был бы мертв. Я тоже. Да, кстати. Кстати, реально, да. Так, поговорите с Такой. Стрелы. Вот они. Когда монголы приблизятся, я выстрелю по бочкам. Господин Сакай, я не могу. У тебя получится, Така. Используй свой страх. Да, господи. Да ёпта, я хочу... Пока нет. Надо именно по этой бочке, скорее всего, выстрелить. Они ведь уже достаточно близко. Не щадить! Я побежал сражаться в рукопашку. Они пытаются пленника. Давай, 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 давай. Да, ёпот. Я вам для вас шутка, что ли? Ёп. Подожди, это свои, я не могу понять. Или враги.
Блять, мне кого-нибудь оставь. Ну хоть одного. О. Блин, убили одного моего. Я подумал, ну неужели он должен же сам справиться? А он взял его и убил. Все. Че, нормально зарубили? А, минус один всего лишь, так что, в принципе, очень даже удачно мы вышли отсюда. Господин Сакай! Не за что. Славно, Дайкуку. Отведи своих людей в крепость Ирикава. Сейчас отведу. Я знал, что вы Сакай, но не подозревал, что вы призрак. Вы поможете нам снять осаду? Конечно. Как решит Удзимаса? Я его уговорю. Люди не лгут. Никогда не видел такого воина, как вы. Ну, засмущал. Уже засмущал. Така, иди с Дайкуку. Мне нужно поговорить с Дином. Буду ждать дома. Получилось? Дин, Таку чуть не убили. Я видела, как он упал. Не волнуйся. У него все получилось. Зря я ему позволила. Юна, ты хочешь защитить его, но лишь тянешь назад. Так и не боец. Он способный. Я лучше знаю своего брата. Ты не сможешь всегда защищать его. Мне решать, что для него лучше. Ты думай о своей семье. Я пойду назад. Мы еще не сняли осаду. Я догоню. Я все равно сейчас пойду дальше по этому квесту. Я хочу снять осаду Ирикавы. Тоже интересно. Ну хотя бы тоже какую-нибудь историю до конца довести. Это получается, с Масака не получилось. Пропал ее квест. Скорее всего, это надо в следующей локации. Он будет в следующей главе. Спасибо. Очень приятно. Так, а что у меня вообще по прокачке? Тут прокачано все. Подожди, следуйте за путеводным ветром к тренировочным площадкам. Ну да, они мне нужны, давай. Оберегов, Тщеславия и Нави. Типа мне на карте будет больше отображаться всяких этих штук? Или просто ветер будет дуть куда-то рядом к этим всем элементам. Ладно. Все, помолились и хватит. Двинули. Где я? О, я, кстати, я в городе. Отлично. Прекрасно. Господин. Не придется далеко, не придется куда-то далеко бежать. Господин Сакай, вы вернулись? Да, давай так и пообщаемся. Ты это тренируйся так, больше, если хочешь воином благодаря стать. Благодаря нашим усилиям, Ирикава сможет дать отпор врагу. Можешь гордиться собой. Надеюсь, что так. Но монголы за стенами теряют терпение. Они поняли, что Ирикава не сдастся. И теперь захотят отплатить. Они нападут ночью? Вряд ли. Скорее не дадут нам спать. И пойдут в атаку утром. Отдохни, пока можешь. Чуть не забыл. Юна в башне. Она хотела с вами поговорить. Спасибо, Така. Так, какой башни там? А, башня Удисамы, все. Идем к Юне. У них вроде здесь и воинов.
Слушай, реально это все, что осаждает Ерикаву, это тот отряд? Удисама. Давай поговорим. Подготовка к обороне идет неплохо. Дай, как усказал, мы обязаны этим призраку. Благодарю. Но это не изменит моего мнения о вашем дяде. Это не важно. Самураев почти не осталось. Вы нужны нам. Вам нужны те, кто примет удар. Люди Ирикавы славятся отвагой и воинским мастерством. Больше всего нам нужно это. Я подумаю. Подожди, блин, вообще на... А, там она аж сидит. А кто ее вообще в башню пустил? Это же башня Ирикавы, нет? Это же личный дом там. Уже не спишь. День на дворе, чего спать? Они перебили самураев. На что надеяться простым крестьянам? Мы должны попробовать. Тебе это нужно больше, чем мне. Кэнси потом до ночи ходил в одной сандалии. Отвратительно. А вот мать моя очень любила. Как-то очень много. Вместо воды пить могла. Саке. Перед боем. А когда все выпивала, страшно злилась. Кричала на нас. Где мой чай? Очень требовательная женщина. Когда Таки было 6, она сломала ему руку. Я его забрала. Мы убежали подальше от нее. А, вот почему они убежали. Спустя месяц ее нашли мертвой. Тело лежало на улице. Защищать брата было смелым поступком. Порой... Выбора нет. Можно лишь уйти подальше от всего. Че, нападать? Юна! Дин, началось! К воротам! А они, получается, просто ждали нападения, не придумывали какую-то контратаку, нет? Что бы ни случилось, мы не отступим. Дин! Юна! Монголы! Вперед! Близко! У главных ворот! Если прорвутся, мы их остановим! Вот он! Это призрак! Призрак! Спаси нас! Така! Уведи в башню всех, кто не может сражаться! Люди! Прячьтесь в башне! Скорее! Они у ворот! Они атакуют! Ворота сносят! Не отступайте! Пусть каждый монгол, который сунется за стены, умрет! Не дайте им пройти! Лучники! Убейте! За Ярикову! За призрака! Отпускайте!
За классные удары я отработал. Я слишком далеко не буду добивать. Деле очень даже неплохо справились, если честно. Ну, вроде как сильно далеко никто и не прошел. Ворота, не пускайте их! Слушай, пробивка от громил работает на всех. Ты видел? Типа этого тоже можно пробить. А, не так эффективно, как игрок, все, я понял. Типа не так эффективно, как громилу, но все равно, типа, оглушить можно немножко врага. Еще идут через мост! Не впускайте их в город! Лучники, остановите их! Нападай. Ясно, ты хочешь. Этот обратно бегает. Оба мне обратно чешут. Ой, тут еще есть. Я и не заметил, что столько протиснулось. Все, отбили Ирикаву, получается. Получается так. Надо добить военачальника. Они отступают. Потому что они соберутся силами и будут еще почти нападать. Нет потерь. Ну, что за хитрость? Потерь. Хотят нас выманить? Нет. Уничтожить его. Вы держите оборону. Укройтесь в крепости. Я к осадным орудиям. Я пойду с тобой. Спасибо. Нет, там твой брат. А, все-таки нет, не пойдешь со мной? Жить, все нормально. Надо пробить стройку и разрушить осадное орудие. Так, доберитесь до осадного оружия. Мне же не обязательно всех убивать, правильно? Мне нужно по факту просто добраться до осады. Окей. Мне кажется, Дин уже устал. Он много бегает, очень много активно сражается. Сожгу орудие. Следующий. Так,
Так, минус орудие. Давай, как его сжечь? Да ладно. А, во-во-во. Уничтожить. Одним меньше. Я не понял, что это происходит. Так, подожди. Мне вот это нужно. Не понимаю, куда он целился, если мог и третью сразу досылать. У него был шанс меня бить. Он решил им не воспользоваться. Это его проблема. Они прорвались. Прорвались в город, серьезно? Вот стоило мне оттуда уйти, то все, сразу же прорвались. Но мы их все равно прогоним. Вперед. Вернуться в крепость будет непросто. Ладно, нормально. Блядь, он с камня не хотел падать. Это была красная атака. Ничего не вижу. Вообще почти не понимаю, что происходит. Да еще до этого лучника противно выберусь. Да ёб твою мать, слезь, Дим-то, отсюда! Чуть не по мне. Человек успел убегать? Да, успел, хорошо, все нормально. Да куда ты мирных людей убиваешь? Ну ты чё? Просто в наглую двух мирных убил на моих глазах. Так, ну я как бы вроде в городе обратно пробрался. Проклятие. Это и генерал, и ты мог. Значит, он неподалеку. Доберитесь до башни хранителей, идем. Он мирно завалил. Он аж улетел, блядь, бедный. А стрелял по мне. Никого не спас. Реально, все погибли, кто здесь был на этой площади. Ну и какой с меня призрак получается? Хреново очень сильно. Это он убил Ерикаву? Ой, Ерикаву, как там? Удисима или как его там звали? Тамуга, выходи! Раз на раз. Призрак! Выходи, пиздиться будем. Ход он даст награду за твою голову. А мне дадут награду за твою. Ту-ру-ру-ру!
Так, о, надо поставить стойку правильно. Вы уже сражались с таким боссом, несложно. Я Дзин Сакай. И я убивал ваших людей по всему острову. Ваша кровь зальет остров! Берегись, Темуге. Мертвому тебе ход он не заплатит. Тебе повезло. В другой раз не надейся. Лох. Надо идеальное уклонение сейчас сделать. А чё мечик перестал гореть? Блять, опять загорелось. Покиньте Цусиму сейчас, и, возможно, я вас пощажу. Ярикава сгорит дотла! Да ёб твою мать! Демоги, ты принес смерть на многие земли, но здесь ты умрешь сам. Призрак Зулгусак! Ты все, вот и соснул. Вот и победа. Призрак. Призрак Устамак Хамгалаш! Зарезать. Прям так, типа напугать их всех? Перерезав предводителя, вы сможете перейти в стойку призрака. Типа просто... Захватчики, смотрите на своего полководца! Бегите, или такой же будет и ваша судьба! Так я в стойке призрака уже. Типа, что им бежать? Люди Ярикавы! Убивайте монголов! Всех до последнего! Не щадите никого! За Ярикаву! За Ярикаву! Так, получив... чтобы получить возможность перейти в стойку призрака, убедите достаточно кровь, не получая урона. Ааа, хорош! Я понял. Сейчас аккуратно урон не получить. А если до... типа избавиться от страданий тоже? Нет, не считается. Не считается. Это типа я их вдохновил, да? Погнали в стойку... Давай в стойку призрака! Я не понимаю, в чем прикол. Типа я супер крутым становлюсь в этой стойке. Отбивайтесь! Они все начинают бояться меня. И все получается, мы выгнали их из Ярикавы. Хорош, у меня еще и стойка призрака теперь есть. Супер. Да, это был такой тяжелый бой. Но зато все живы. Так ожив, я удивлен, должен был быть мертв, по моим предположениям. Юну, наверное, убили. Юна! А, нет, жива. Все живы? Странно. Это странно. Мы спасли ваш город. Теперь поможем Дзито спасти наш остров. Послушают, интересно, или нет? Мы не самураи. А кто убил монголов? Кто выдержал осаду? Кто спас Ярикаву? Мы спасли. Нельзя же просто ждать, когда монголы снова явятся! Говорите, вы не самураи, но вы воины. Мы победим захватчиков и спасем наш дом. Но мы должны быть едины!
Не, надо почаще играть в основной сюжет, потому что здесь супер эпичный, конечно, VC. Призраки Ирикавы. Привлеките народ Ирикавы в свое войско. Вычеркнуто. Выполнено. А, прямо на этом моменте мы серию заканчиваем, потому что время уже подошло к концу, мне надо бежать. А, серия вышла достаточно интересная, надеюсь, что тебе понравилось так же смотреть, как мне играть. Спасибо, что досмотрел, надеюсь, было интересно. Так, сам Ксимура, подожди. Я не могу, наверное, пока стопнуть. Твой друг убил одного из моих лучших людей. Послушаем, что скажут. Начинают верить, что он непобедим. Докажешь, что это не так. Я не пойду его убивать ни за какую награду. Тебя больше не волнует судьба твоих верных людей? Зин — лучший мечник на острове. Мои не смогут его убить. Есть много способов уничтожить врага. Придумай как. Он типа решил подлостью меня победить? Я думал, все, миссия закончилась. И мы... А если... И не нужно его убивать? Поднасрать репутацию, типа, чтобы народ за ним не шел. Может быть. Я про это и подумал. Типа, не можешь победить честно, побеждай по хитрости как-нибудь. Вот, все. Ой, не это я хотел сделать. Встань. А, на этом моменте серию заканчиваем. Спасибо, что досмотрел. Здесь понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Причем много чего интересного. Счастливо, пока. До свидания.